Откуда сам? С Костанайской области. Молодец. Господин президент, я солдат срочной службы. И еще до армии меня часто все пугали. Говорили, вот в армии дедовщина, год зря потеряешь. Но придя в армию, я понял, что я попал в нужное русло. Я десантник, этим горжусь. Офицеры, сержанты для нас как братья. Не как братья, даже братья. А цирами должны быть. Как у нас говорят десантники, десантнику брат. Я благодарен Министерству обороны, то, что они помогают развивать военное дело, профессиональное дело. Благодаря вот этим делам можно поступить в гражданский университет или поступить в высшее учебное заведение. Да. За это хочу большое рахмет сказать. Поддерживайте молодежь. Да, я буду поддерживать молодежь, я об этом часто говорю. В конце концов, будущее нашего государства в руках молодежи. Мемлекетіміздің болашағы жастардың қолында ғой. Сондықтан жастарды ерекше мен қолдаймын. Қазіргі таңда қолдап жатырмын, келешекте де қолдаймын. Я буду поддерживать молодежь всеми силами. Буду наблюдать за ростом, создавать условия, в том числе социальные. У нас страна молодая, средний возраст. Граждан нашей страны 32 года. Вот вы являетесь костяком нашего народа, нашего населения. Вот. Мы реализуем мирную повестку для созидательную повестку. Мы не хотим ни с кем воевать. Мы хотим жить в дружбе со всеми государствами. Я эту политику провожу, эту дипломатию притворяю в жизнь. Вот. Но армия нашего государства должна быть полной боеспособности, для чего я сюда приехал, чтобы посмотреть эти учения. Потому что без армии государство не бывает. А так мы будем заниматься именно мирным строительством, проводить реформы, создавать условия, прежде всего для молодежи. Молодежь у нас креативная, умная. Жастар мысам, ұшқыр, көгірігі ойау, көзі ашы, сондықтан жастарға ең алдымен жастарға мен қол ұшын беремін. Қашын беремін.